Всем привет! На канале Нарчисик. Сегодня мы откроем такую большую коробку и будем делать Плейд. Сегодня у нас Play-Doh Sweet Shop. Вот такой вот будем делать большой торт. Будем угощать Джорджа и свинку Пеппу. Давай угощай. Смотрите, какие тут можно пироженки, тортики делать, конфетки, украшения, свечечки, мороженка. Все-все-все можно делать. Ну что, Настюшек, распаковывай. Вот здесь вот у нас вот все указаны, что здесь есть. Доставай. Ну давай, будем смотреть. Тебе помочь? Ого! Что это такое? Это какой-то ярус тортика. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вон даже пряник вот такой. У нас есть тут всякие мандаринки. Вот такие баночки. О, пластилина сколько здесь. Ого. Все ярусы нашего тортика. Давай, как ты будешь. Собирай, пробуй. О, ой, ой. Вот еще что здесь. Так, это, наверное, все. Ой, какой красивый торт. Ну что, давайте смотреть, как мы его будем собирать. Да, всем сейчас будем делать по тортику. Давай-ка ей и нам. Так, инструкция. Так, как будем собирать торт. Угу. А мы можем также сделать вот такой большой торт. Красивый. Да? Я пока вставляю свечки. Такая инструкция идет. Показано, что, как, зачем делать. Класс. Ну что, давайте готовить для наших друзей угощение. Здесь идет вон столько баночек Play-Doh пластилина. Может, Джордж зеленая, а Пеппи розовая? Да, наша девочка. Нет. Здесь идет розовый, зеленый, такой вот голубой Play-Doh. Вот такой вот еще розовый. Вот такой вот еще желтенький Play-Doh. Так, показывай, какие есть тарелочки. Есть вот такая зеленая тарелка. Вот такие тарелочки здесь идут в наборе. Да. Две. Вот такие вот тарелочки. Так, показывай. Вот такие идут свечечки у нас. Такие насадочки здесь идут. Сердечко. Бабочка вот такая вот. И просто круглый тортик вот такой. Ну что, начинаем делать наши тортики. А также у нас идет вот второй и третий ярус нашего тортика. Покажем вот. Здесь вот так нажимать, открывать, вставлять туда тортик наш, закрывать и зажимать. Также у нас идет шприц, такой вот шприц идет. Давай начинать делать тортики. Вот здесь еще идет вот такие вот разные формочки для наших тортиков, пироженок и всего. В общем, классные торты должны получиться. Ну что, приступаем. Класс.
клетку свою. Ух ты, друзья, посмотрите, какая замечательная конфетка. Пойди Джорджи покажи, какую Настюшка дала замечательную конфетку. Сейчас я покажу всю остальную красоту. Та-дам! Смотрите, какой у нас получился торт! Вот такой вот разноцветный и красивый тортик. Кого ты будешь угощать таким тортиком? Пепочка, угощайся! У нас есть вот такой большой пирог. А тут есть, значит, некоторые пластилин очень мягкий, а есть некоторые тверже. Так. Какой будем следующий делать слой цветом, Доть? Ой, какой будем следующий делать? Ой. Да. Не будет синий. О, синий, у нас еще синего нет. Правильно, это же для Джорджа, для мальчика. Вот эти слои и всякие пироженки я делаю вот с этого слоя, с нижнего. Так, достаем следующий слой нашего. Я вот здесь сделала уже всякие пироженки, конфетки, цветочки, шарики. И сейчас мы будем доставать, а Настюшка будет украшать торт для Джорджа. Вот так достаем. Клади наверх. Да. Чем ты хочешь украсить Джорджу тортик? Да, это для... у нас вот такие украшения, когда мы делаем пасочки. Мы также будем украшать тортик. Вот такие вкусные штучки. Настюшка будет украшать Джорджу тортик. Миньону будет вот такой большой торт. Настюша, ты такие леденцы тут красивые делала. С такого разноцветного пластилинчика. Так, давайте будем делать большой торт. Берем вот так, заправляем нашу насадочку. Так, кладем сюда шарик. И зажимаем его. И нажимаем кнопку, нажимай кнопку. Так, вот так, вот так, вот так. Наверное, готово. Та-дам! Ух ты! И получилась у нас пироженка, получилась разноцветная. Шарик, Настя. Давай, закрывай. Закрывай. Так, и нажимай на кнопку. Давай, давай, жми. Молодец. Давай теперь будем смотреть, что там получилось. Та-дам! Какой тортик! По одной горошинке украшай. Сердечко. Вот такое желтое сердечко сейчас будем делать. Заправляй. Украшаем наши пироженки, тортики. Получилось?
конфетка. Приятного вам аппетита! У вас такие красивые вкусные пирожные. Я обжорик. Обжорик? Да. Тетя обжорик. Съела один кусочек. Давай с чайки достать. Ты знаешь, как доставать надо? Как? Как доставать? А доставать, друзья, вот все, что мы здесь набрали, заполнили пластилином, достаем вот так. Берем пластилин, нажимаем на наш шарик и достаем его вот так. Куда тебе шарик? Что, твои гости рады? Вкусные пироженки, тортики. Хрюшки. Хрюшки уже лопают, уже объедаются. Они молодёные. Да? Ого. Так, ты делаешь еще тортик? Давай, заполняй. Нет, я не беру. Пироженка, да? Ну, там, кажется, много. И синеньким берет, так резко доставать. Так. И вверх. Молодец! Вот как у тебя классно получилось. Заполняй по краешке, чтобы заполнить. Смотри, как хорошо. Ну и можешь брать и украшать свой пирог. Ой, какой красивый, разноцветный. Настюшка сделала тортик маленький. Такие печеньки у нас сегодня. Какой замечательный пирог, вот. Настюшка сделала вот такой маленький пирог, печенюшку такую. Класс, вот. У тебя очень вкусные, красивые тортики и печеньки. Няма, няма, няма. Дотя, друзья, посмотрите на эту красоту. Какой красивый торт, Настюшка! Такой красивый тортик Настюшка сделала. У тебя столько печенек красивых. Настя, сделай еще вон разноцветную печеньку. Вот такую разноцветную печеньку. Разноцветная печенька. Красота! Друзья, смотрите, какую Настюшка сделала печенюшку. Какая она разноцветная и как она ее украсила красиво. Класс! Вот такая вот супер печенюшка. От Настюшки печенюшки. Такая у нас сегодня красота. Вот такие печенюшки. Настюшкины. А какой торт! Какой у нас торт получился замечательный, друзья! Класс! И печенюшки! И еще один торт! Пепочка, тебе понравился твой тортик, что Настюшка для тебя приготовила? Да, понравился. Понравились тортики? Да, печенюшки? Вы все съели тортики? Да. Печенюшечки? Да. Класс! Друзья, ставьте лайки. Всем пока! Я съел свои печенюшки. Печенюхи! И бабочки!
бабочки, и тортики, и конфеточки.